Так, ну я любительница черных пиджаков, одни из самых любимых. Это вот прадовский такой, в котором я была на интервью. Это Баленсиага. Вот так он выглядит, тоже прикольный очень. Потом черный люблю. Вот этот Ив Сен Лоран. Господи, все время что-то цепляется. Вот он. Тоже очень клевый. Тоже Ив Сен Лорановский хороший пиджак. Классный. Потом вот эти люблю. Шанель тоже клевый. Что еще показать? Ну, есть, конечно, Заровский вот этот любимый. Серый. Такой же есть черный Зара. Это лайм костюм. Вот пиджаки в полоску сейчас очень актуальны. Это, кстати, тоже лаймовский. В этом была недавно. Уже клевый. Так, блин, все, это я уже вам показала. Кристиан Диор. Синий такой тоже прикольный. Часто его ношу. Есть еще как некоторые костюмы, которые ни разу не надевала. Ну, в принципе, вот. С пиджаками дело вот так обстоит.